Все в этот день должно быть идеально. Ребята в почетном карауле. Таисии Чуприной выпала особая роль. Она знаменосец. На репетицию ушла неделя. Движение отточено до мелочей. Ведь знамя – героическая история, мощь и величие страны. Под ним совершались великие подвиги. Победа советского народа в Великой Отечественной войне, первый полет в космос и освоение целинных земель. Для меня это было довольно важным событием. Почему? Потому что я знаменосец. Это очень большая честь. Это очень важно и ответственно, чтобы все прошло как надо. Под своим знаменем ребята из историко-патриотического клуба «Память» делают немало важных дел. Встречи с ветеранами, волонтерский труд, экологические акции. И, конечно, не дают забыть своим сверстникам о героических подвигах советского народа в годы Великой Отечественной войны. В стенах школы при поддержке сторонников партии «Единая Россия» клубу был вручен почетный орден «100 лет ленинскому комсомолу». Ребята, которые сейчас присутствовали, они находятся на ритуале. Это воинский ритуал вполне себе. И если мы не будем ритуализировать то, что у нас так наработано хорошо за годы, которые прошли, потому что нельзя просто взять и выкинуть, начать строить на новом месте. Нужно на что-то опираться. Любая награда, к ней можно по-разному относиться. Это поощряется организация. Да, может быть, не каждый ощутил на себе это участие, но это команда. Награжден клуб. Не один человек, а клуб. Клуб «Память», исторический, патриотический клуб. Поэтому, конечно, это значимо. На торжественное награждение приехали и представители делегации эстафеты «Салют Победе», которые недавно вернулись из Новороссийска. Они из своей молодости были комсомольцами и считают, что любовь к родине не зависит от государственного строя. Ребята из клуба отметили подарками. Почетный караул не подвел свой клуб. Церемония награждения прошла без запинок. Василиса Ивашкина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».